Тебя девушка смотрит на темный лес и звездное небо. Великолепно. Вот работайте больше от себя. Ваши мысли, они более само. Да? Очень хорошо. Но вот то, что вы здесь нашли, вот эта плотность и цвет, очень хорошо, очень по делу. Вот попробуйте, вот знаете что? Вот вам посоветую. А попробуйте сделать теперь вот эту работу, но вот этими методами. Вот масляными красками. Вот так же посмотрите и уплотните, посмотрите, например, как вот в доме или где-нибудь что-то, нечто похожее, например, ночью, как будет смотреться.